Приветствую вас, дорогие друзья, конечно же, подписчики моего канала. С вами, как всегда, Тед Маус, и в этой серии мы отправимся наконец-таки к этому Эндер-дракону. Итак, давайте начнем. Все, поехали. И что нам нужно? Ну, по идее, в этом углу сейчас вы увидите опять вот в том, ну, знаете, в каком уже увидели, наверное. Увидите, как я обезвреживал усердно эти башенки. Это было ужасно просто. Это реально, это меня столько убивали. Ну, впрочем, все увидите в маленьком экранчике. Ладно, поехали, впрочем, в портал. Отличненько, все. Фух, погнали. Блин, я уже не могу, дорогие друзья. Я хотел это все в одну серию записать. Я там все это время разговаривал, наверное, около часа, не знаю. И это пипец полный был. Все, здесь все башенки обезвреживал уже. Тихо, никто ко мне не лезет сейчас. У меня есть лук, у меня есть меч, у меня есть дофига стрел. И, впрочем, такие все. Так, тихо. Тихо. Где Эндер? Эндер. Вон он, Эндер. Все, короче, давайте сейчас скоро уже начнем у него стрелять наконец-таки. Так, погнали. Эндер, ты иди ко мне, я тебя должен завалить. Оп. Ай, не попал, блин, плохо. Стрелы я тратить не буду, очень жестко. Получи, получи. Отличненько. Тихо. Давай, айда ко мне. Ой, ай, мой, какой хороший. Получи, давай, оп. Не попал, давайте, пошлите дальше. Иди сюда, айда ко мне, чувак. Братюнь, я поем, не против, да? Хорошо, спасибо. Огромное тебе спасибо. Так, иди ко мне. Айда ко мне, иди сюда. Ну же, давай, скорее. Ну, смелей. Оп, тихо. Ай, не попал, плохо. Тихо. Нет, тоже не попал, хорошо. Давай, ты где? Вон он там летаешь. Блин, не могу попасть в него, представляете, да? Хорошо. Вот, ко мне агрится. Получи, умри, пожалуйста, сдохни. Блин, не попал. Так, блин, рассчитать бы сейчас все. И в него так дофига раз садить эти стрелы. Айда ко мне, чё ты? Что, на кого напал-то? А, иди сюда, чувак. Я говорю, мы с тобой помиримся, поладим, а ты не хотел. Воу, чувак, полегче будь. Тихо. И вот это я его испугался. Кошмар. Ну-ка, как у меня броня? Нормально. Так, давай, айда ко мне. Айда ко мне. Да нигде ты не ищи ты восстанавливалки. Давай сдохни уже. Вздыхай, говорю. Вздыхай. Ай, не туда подумал. Блин, нифига, видите, какой он маневренный дракош у нас попался. Так, а, кстати, вот эти метки, это я просто какую башню обезвредил, я сразу ставил метку, чтобы мне не забыть. Тут такое было, столько раз сдохнул, это кошмар был, просто ужас какой-то. Впрочем, ладно. Давай, ну же, иди ко мне. Айда, ну. Оп. Ох ты, как не попал-то я в него. Блин, я хотел попасть. Ну ладно, не судьба, значит. Иди ко мне, айда. Да чё ж ты такой маневренный, то давай скорей. Оп, ай, плохо, не попал. Иди ко мне, айда ко мне, говорю. Ну же, скорей. Скорее, чувак. Блин, на бесконечно без стрелу зачарить это было вообще шикарно. Айда ко мне. Айда. Молодец. Так, сдохни, пожалуйста. Умри, чувак. Извольте умереть, пожалуйста, месье Эндер-дракон. Куда ты ко мне идешь-то, а? Чё ты? Ну, иди ко мне, мой хороший. Я тебя приласкаю стрелой на силу. Ну? Давай. Ай, не хочешь, да? Зараза, а? Иди ко мне. Ну, айда сюда. Пойдем, говорю же. Тихо. Попаду. Давай. А, нет. Давай, иди ко мне. Дикий какой-то, а. Давай скорей. Ать. Ничего, уже почти пол хп ему отняли мы. Это суперски. Давай. Так. Ай. Скорее. Давай, дракончик, давай. Скорее ты умрешь сейчас у меня на глазах-то. И у всех зрителей, конечно же. Я думаю, зрители поставят большой палец вверх ради этого. Даже вы поставите, давайте. Я гипнотизер, ясно? Хотя как, я могу по интернету гипнотизировать. И я не гипнотизер. Понятно? Ясненько все. Иди сюда. Давай. Ай, не попал в него. Ну что ж ты такое, а? Какой шустрый, а? Смотрите-ка, а, на него. Вот это говнюк, я смотрю. Тихо. Умри, сдохни, пожалуйста. Он, смотрите, он на меня вообще не хочет агриться. Давай агрись на меня уже, скорее. Скорее давай, говорю. Ну ладно. Значит, ты серию тянешь, да? Ты. Видишь, какой, смотрите-ка, а? Так, умри, получи, пожалуйста. Во, неужели маневрен? Так. Получи. Ай-яй-яй, давай. Ты где? Иди ко мне, дракончик. Я знаю, ты умрешь.
Ну-ка, а мечом большой дамаг будет отниматься? Иди ко мне. Я к тебе с мечом бегу, понимаешь? Я бегу к тебе с мечом. Вот так вот. Блин, не попал, представляете, да? Так это нелепо взять и не попасть. Печаль. Хорошо. Вау, вау, вау. Тише, 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 ребятки, тише. Эндерменчики. А, эндерброн. Нет, знаю то, что вы меня не тронете, наверное. Не заступитесь вы же за свою папочку. Эй, блин, иди сюда. Капец. Что получишь? На тебе, вот так вот. Ну, блин, не могу даже пол хп отнять. Ну, пол всех жизней, точнее, я имею в виду. Почти отняла, а полностью не могу. Давай, мне нужны... Мне нужен твой 70-й левел. Мне все твое нужно, понимаешь меня? Понимаю, не понимаешь, но все равно ты мне нужен, понимаешь, чувак? А, вон они, за ним, тихо, оп, ай, какой я Касабланка-то, а? Иди сюда, а, не могу, кошмар, получи, умри, умри, ну, блин, даже три раза не попал, давай, блин, капец, кошмар, получай, оп, блин, где стрелы, чего так стрел мало, офигеть, ладно, я поем, не против, да, хорошо, спасибо, так, огромное спасибо, ты где? Попаду? Нет. Попаду? Нет. Ну, айда ко мне. Айда, я тебя мечом завалю. Пожалуйста. Ну, го уже. Да, господи, как же ты так это делаешь? Маневренный дракон, а? Что, реально... Вот, сейчас будет на разворот пойдет. Давай, я тебя мечом сейчас буду бить. А, тихо. Что, больно? Нет, не больно. Так же, в принципе. Ладно, ты где? Дракон. Эй. Дракоша. Иди ко мне. Иди к папочке. Ой, как хотел нагреться, не получилось. Ой, печаль, да, чувак, обида. Давай же скорее, должен тебя завалить. Ну, господи ты, боже мой, какой же ты долгий, а, оказывается. Ай да. Нужно было мне все-таки лук на более офигенный левел зачать. Это сила 1 пошел, как-то это не то. Это очень плохо. Лучше бы на горячую стрелу, на бесконечность, и все. Было бы офигенно. Так, ай да. Ай да, ай да. Вот так, сейчас попробую рассчитать и попасть. Нет, представляете, да, не попал. Или попал, не знаю. Впрочем, иди ко мне. Ну, айда. Ну. Эх, подождем, ладно, я пока себе тут дом построю. Еще 20 серий сниму, еще одних. Давай, скорей. Так, ну, блин, ну, что ж ты делать-то будешь? О, попал, представляете, да, попал. Просто взял и попал в него. Нет, ну, что ты такой? Иди ко мне, говорю тебе. Ко мне сказал, скорее иди. Давай, мой хороший, мой маленький. А, ты говнюка. Так, дофига стрел я с ним попаду обязательно, наверное. Попаду. Ну. Ой, о, молодец, молодца, давай. Ну, третий раз хотя бы. Ну, уже больше половины хп мы ему отняли. Просто шикарно это. Давай, скорее, быстрее агрись, а. Мне кажется, в этом, в сумеречном лесу даже Гитру легче убить, чем этого дракона. Реально говорю. Это какой-то говнюк. Его, не то, что его убить-то легко. Третий не попал, ладно. Его убить-то легко, дорогие друзья. Ну, в него тяжело попасть. Вот это самое плохое. То, что я его не люблю, только из-за этого. Давай, агрись. Не хочешь, да? Тогда получи. Еще раз. Блин, не попал еще раз. Ладно. Знаете, как еще сделали? Ему если в крыло чисто попадешь, то не проканает. Получи, умри, пожалуйста. О, ты какой хорошенький. Давай. Дохни, красавец мой. Какой черный. Давай же, а. Ну что ж ты такой? Мне 40 стрел осталось на тебя. Понимаешь? А было дофига. Ну, скорей. Оп, ай, не попал. Хорошо, давай, айда ко мне. Ага, ё-ё-ё, давай. Во, попаду. Нет, не попал. Скорей. Умри. О, попал, хорошо, ништяк. И сейчас еще раз попробуем. Не попал на этот раз. Хорошо, так, скорее. Давай, о, агрится, ребятки. Скорей попадай, ну же, блин. Немножко еще осталось. Давай. Ой, молодец, какой еще агрится. Давай, у меня вообще ничего нет, чувак, я без брони, я лох. А какой без брони, вы что, гоните, что ли, без брони мне находиться, это плохо. Без брони у меня сразу же затащит с первого же удара, или со второго, не помню почему. Умри, пожалуйста, умри, сдохни, прошу тебя, давай. Ты меня не остановишь, чувак, не остановишь, 23 стрелы осталось, давай же, дохни ты уже, а, скорее. Оп, так,
Еще, ладно, давайте поэкономнее будем. Мечется, что у нас еще есть. Хотя, какой эконом? Куда экономить-то? Зачем? Смысл нам экономить, если мы потом сможем реально с меча его завалить и все. Так что ничего проблемного. Давай, агрись на меня еще. Молодца какой, а. Давай, еще иди. Еще, да. А еще, конечно. Ну давай же. Ой. Давай, немножко. По тебе стрел 5 осталось максимум. И все, давай. Каких-то стрел 5. Давай. Молодец, айда, айда. Ну. Скорее. Раз попал. Второй раз попал. Третий раз попал. Четвертый не попал. Хорошо. Еще стрелы 3, точно. По-любому, да. Слушайте, я как-то не думал, что он такой сильный будет. Потому что раньше он какой-то вроде послабже был, если честно сказать. Действительно, так и было. Давай. Ну уже, быстрее ко мне. Скорее, говорю. Скорее. Ну уже, давай. Ну, пожалуйста, чувак. Так. Скорее. Ну. Блин, не могу я уже у него. Давай, по тебе мало хп осталось. Каких-то там чуть-чуть. О, 5 стрел. Вау, вау, вау. Полегче, ребятки, полегче. Давайте не будем пока что на него так сильно агриться. Когда он на нас нагрится, тогда и мы на него. Вау, 3 стрелы. Все, ребятки, уже это перебор. Мне нужно стрелять в него только тогда, когда он меня начнет агриться. Вау, только вот тебя только сюда еще не хватало, а? Давай, ты где? Ну, вон, 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 вон. Вау, тише, тише. Вот меня они уже вдвоем оккупировать стали, это уже плохо. Это уже плохо. Умри, 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 умри. Пожалуйста, сдохни, ну, умоляю тебя. Так, и... И, давай. Не могу попасть. Где ты? Отличненько, 2 ока. О! А, ну надо быть уже меч у меня этот. Фух, я что-то думаю, нифига себе. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, зачем я это сделал? Почему его не ударил? Стрелы-то жалко, конечно, чё, с чего мне убить? Давай, давай, давай. Ну? Скорее. Скорее, чувак, скорее, смелее, давай ко мне, иди сюда. Завалю тебя один раз, и все. Ну, в принципе, больше одного раза его завалить и невозможно в одном мире. Давай скорее, 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 давай. Ну, ну что ты летаешь, чувак? Получи тебе, раз стрелу не зря. Так, еще немножечко стрел осталось у меня. Хорошо, 2 стрелы каких-то. Каких-то 2 стрелы. Опасно, опасно, опасно. Давайте сейчас его мечом шибанем 2 раза. И последние же 2 стрелы на него вот так потратим. Айда ко мне. Я сейчас мечом шибить буду бить, понимаешь? Айда ко мне. Ну, агрис, я с мечом. Нету меча, понимаешь? Видишь, нету. Ой, не пропади меч, пожалуйста. Зачем я выкинул тебя? Фух, фух, фух. Где? Давай, давай. Агрись, агрись, агрись. Молодец. Давай, красавчик. Ну, скорее. Меч переставляю. Вот сюда. Во. Отличненько. Ну, скорее в меня попади. Ну, лети на меня. Давай, 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 давай. Все, я жду. Вот уже. Я не могу уже. Реально, он меня уже выбешивает. Давай, давай, давай. Но. Но. Ну, о, во-во-во-во-во, отличненько, отличненько, попали. И все, дорогие друзья, на этот уже можно, ну, на него уже можно тратить эти трелы, ну, заговариваюсь уже, видите, да, от эпика. Получи. Так, и последняя стрела на него осталась, и все, конечно же, мы его, скорее всего, нет, по-моему, мы его еще не завалим. Ладно, короче, попробуем, давайте. Оп, и ошибка вылезла еще не вовремя, господи, боже мой, фух, ужас какой. А, и получается с меча его, да, приходится? Хорошо, давай с меча, давай последний агр, и все. И ты у нас умрешь. На этот раз уже по-любому. Ага, все, есть, 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 есть. Фух, дорогие друзья. Что я могу сказать? У-ху! Мы его завалили. Это просто шикарно. Опыт, много опыта. О да, господи, опыт, опыт, один опыт, только опыт. И больше ничего, пипец, дорогие друзья. Вы бы знали, как я рад. Мы его наконец-таки завалили и... Фух, осталось забрать это яйцо. Конечно же, вы что, думали, серия заканчивается? Нет, конечно же, еще серия не закончится. Еще пока серия не заканчивается. Так, осторожненько, яичко. Яичко, яичко. Так, вот сюда потихоньку забираемся, забираемся. Скинем сейчас яичко. Так, ну, скорее, 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 скорее. Блин, ребятки. Вы бы знали, до чего я рад, до чегошеньки и радёхник, это просто, это непередаваемо словами, дорогие друзья, это супер, просто, блин, эндрицо, это ж шикарно, ладно, умри, вон, я упала у нас, так, теперь мне нужна кирка моя дорогая, драгоценная, родная, теперь ставим сюда факел и, тра-да-дам-пам, все, дорогие друзья,
Яйцо находится у нас. Давайте даже... Нет, ничего дальше будем не будем делать. Меня перехлёстывают эмоции. Сейчас, как только серию закончу, я буду орать и радоваться. Так, ладно, все быстренько вниз. У нас тут титры. И что я вам могу сказать, дорогие друзья? Вот и закончился наш первый сезон. Убили мы все же этого Эндер-дракона. Много трудностей, много веселья, много эпика мы прошли. А помните танцующих зомби? Помните, как мы нашли деревню? Как нам не хотел монах отдавать Оки Эндера? Дорогие друзья, это просто было шикарно. Сейчас вспоминаю, просто суперски. И... Не знаю, спасибо большое за то, что вот за весь сезон, кто на меня подписался, спасибо за то, что смотрите меня, ставите лайки, и, блин, ребятки, мне правда это очень ужасно приятно, просто суперски. И следующая сборка уже, ну, точнее, следующий сезон будет уже на новой сборке. А сборку я скачал у одного чувака, ну, добавил туда мод «Сумеречный лес», потому что без «Сумеречного леса» это никак, глобальных модов там нету. И как-то вот все вот так вот, дорогие друзья. Ну, в принципе, я думаю, вам будет интересно. Ждите нового сезона, он будет очень скоро. Возможно, завтра, возможно, даже сегодня сниму, если у меня получится. Так что да, вот так вот. Ну, если завтра не получится, то после выходных по-любому. Короче, ребятки, спасибо вам огромное. Все, сезон пропал, можно сказать. А мы... Блин, я не могу, дорогие друзья, короче, ладно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем удачи. Всем пока.